Скажите, пожалуйста, как вообще возникла идея создания именно дизайнерской коллекции, которая будет показана на подиуме на неделе моды? Ну, вы знаете, ну как она возникла? Ну, если я над ней думал, наверное, год. Ну вот, потому что 10 лет я занимался другими вещами. И вот тогда она мне пришла в голову, я ее долго гнал от себя. Ну вот, ну, в результате все-таки сделал. А как проходила подготовка к показу? Ну, довольно-таки напряженно проходила, да. И вот, ну вот, наконец-то все это состоялось. И завтра можно будет вздохнуть уже. А был замечен такой образ из модели с бородами. Может, как-то хотите пояснить, что это конкретно за образ? Чтобы ну, потому что это были, в принципе, мужские вещи, которые я показывал просто на девочках. И мне захотелось вот так вот довести эту идею уже тогда до конца. А поскольку это викинги, практически, которые шли по побережью, так что это все вписывается в образ. И еще, почему именно Шекспир? Почему Шекспир лег в основу? Ну, знаете, я просто давно об этом думал, не давал мне покоя эта вещь, а в театре мне не удалось как бы пока поработать именно над вот этим материалом, над Шекспиром. Поэтому я вот решил сделать сам. Расскажите о своих дальнейших планах, это буквально последний вопрос. Ну, вы знаете, в моде планов никаких нету, вот, а так у меня в театре есть кое-какие планы, я сейчас работаю, выставки живописи, то есть заняться есть чем. Спасибо большое, желаем вам дальнейшего творчества. Спасибо.